Оба, всем здорово, рад приветствовать вас на канале Пивас ТВ. Меня зовут Андрей, и мы продолжаем прохождение. Привет, сосед 2. В прошлой серии я психанул из-за этих свиных голов. Вот, вечно попадался на этого охотника. Вот. Сейчас вроде успокоился, все. Попробуем опять заново. Ну и не будем затягивать. Перед началом ролика желаю всем приятного просмотра. Если еще не подписан на канал, ставь лайк, подписывайся. Дальше будут и другие интересные прохождения. Ну и погнали. Да? Короче, их нужно просто не по порядку, просто включить, чтобы все четыре работали. Главное просто на него не попасться. Здесь у нас колокольчик, да? Три было включено, значит он опять все отключил, да? Ладно. Короче, просто не надо ему попадаться. Ну, вот опять. Да давай, выбирайся. Может быть, просто на корточках нужно пройтись. Он не слышал. Вот он. Оказывается, там сидит. Ну ладно. Тут включена. Так.
нас последняя осталась, да? Ха. Выключил. Давай наверх. А? Так, а что? Ну, встань. Ну, по идее, должна лучше голова. Нет, смотрел, он отключил, значит. Правда, в определенном порядке, но... Так, две горят. Убегаем. Посмотрим. Вот этот вот включен. Я посмотрю, вон те горят еще или нет. Нет, не горит. Так. Включили. Вот это горит. Это горит. Потом, какую мы включали. Так, вот тут фундук еще, да, у нас лежит. Так, смотри. А, смотри, отключилось. Только что причем. Значит, надо просто пробежать, все, наверное, быстро включить. Давай, пролезь. Давай попробуем так просто пробежаться и включить. Ладно, не удалось. Так, надо тогда начинать самый неудобный. Самое неудобное, это вот, которое... Наверх запрыгивают, наверное, да? Короче, они через время, походу, просто гаснут. Либо сверху, потом вот эти две.
постоянно на него попадаю. Ушел, ушел. Последняя у нас вот тут. Перевод. Что-то вроде как звук какой-то был, да? По-моему, звук микроволновки был. Походу микроволновка открылась. Здесь, нет, здесь. Да, микроволновка. Надеюсь, заново не придется это выполнять. Нам еще последний кусочек остался, а последний кусочек у нас где может быть? Где у нас был последний кусок? Кто не помнит? Давайте. Какие еще загадки были? Владимир, там что-то еще тут нету. Испаду, вау. Отвалил у нас вот тут еще сундук. Здесь нужен ключ. А где нам ключ взять? Понятно. Может, у него где-то тоже висит на нем? Где тут еще что, загадки у нас какие? Ломик. Здесь у нас книжки выдвинуты. Здесь мы что-то забрали. Так, здесь мы что-то забирали. Так, где-то ключик нужно найти.
Может, наверху где-то? Поднимемся наверх. Может, тут мы что-то пропустили? Запрыгнуть-то. Так, стой, а вот еще что-то есть. Как тут можно пролезть? Не сломать. Здесь тоже ничего не ломается. Вот здесь, смотри, что-то. А. Ну, здесь мы были. Здесь короткий путь, типа, можно было пройти. Ладно. Будем знать. Как он туда запрыгал? Здесь у нас лопата. Лопата. Тут больше ничего такого нету. Лопата. Так, где ключ взять? Вот в чем вопрос. Так, ну смотри, у него вроде ничего не висит, да? Я просто думал, может, у него там где-то что-то висит. Здесь еще тогда ничего нету. Может, лопаты что-то заклинить? Ничего. Блин, а где же... Где же ключик взять? Дай ему вот этого мишку. Мы же рубильник другого мишки должны были взять, да? Мы это сделали или нет? А, у него там кусок карты был. Все. Вопросов нет. Нет, не работает. Посмотрим. Тут что-то есть. Смотри, на карте есть крест. За домом. За домом какое-то дерево. Или день. Да? Я понял, где-то вот здесь. Thank you.
Здесь или не здесь? Так, я все ухожу с другой стороны. Блин, где ключ взять? По-моему, уже все охватит. А вот какая-то штука. Так, а здесь синий, фиолетовый, белый, красный, зеленый. Синий, фиолетовый, белый, красный, зеленый. Синий, фиолетовый, белый, красный, зеленый. Блин, ну вот кусок карты, а где он еще может быть? Может, мы где-то пропустили? А, ну нам ключ, в принципе, нужен. Мне кажется, там как раз таки в этом. Лежит кусок карты. Ой. Там нужен ключ. Олени неактивные. Ключ. Есть. Если есть ножницы, значит, что-то нужно разрезать, да? Значит, что-то нужно найти. Такое, какую-то латку. А-а-а. Пошли искать. Наверное, там сейчас кусок карты последний будет. Да. Не поймаешь, не поймаешь. Так, синий, фиолетовый, белый, красный, зеленый. Синий 8-0. Белый 1. Красный, зеленый. 8-0-1-6-4. 8-0-1-6-4. 8-0-1-6-4. 8-0-1-6-4. Так, где она была там? 8-0-1-6-4.
забыл. 8-0-1-6-4. Давай быстрее. Блин, теперь он тоже будет сидеть контролить. Фин. Наконец-то мы завершили эту миссию. Так, и нам дали какой-то ключ. И показывается опять лопата. И все. Так, и у нас опять стемнело. Так, стемнело. Где мы есть? Ну, это наш первый домик был, да? Ворона где-то крутится. Да? По идее, где вороны крутятся, туда нам и надо. А, вот. Вот туда нам. Или мы тут уже были? Опять музей, да? Ну, если игра говорит, значит, пойдем туда. Здесь же? Ну да, вот они крутятся тут. Так, ну теперь у нас ключ какой-то, да, есть. Ключ. Давай я его сразу в руки туда возьму. Ножницы. Вон он бежит. Идите отсюда. Но ключ он не отобрал. Мне кажется, где-то на втором этаже там будет. Вот, да. Мы открыли какую-то дверь. Так, а там же как-то через улицу можно было зайти, да? На второй этаж сразу подняться. Вот такое было. Вон там выход. Это можно туда запрыгнуть? Гараж у нас, гараж не открывается. Здесь тоже дверь закрыта. Что это у нас там за дверь такая? Там
одну. Вот. Итак. Так, вот здесь мы стенку открыли, да? Обратно не закрыть, да? Никто не смотри сюда. А все, все, у тебя. Так, ну там что-то должно быть. А, вот, кстати. Вот эту дверь можно открыть, чтобы заходить. Вот. Да не бегай ты за мной. Блин, ну как ты так палишь, а? Самый жесткий, самый зрячий, да? Я там, кстати, глобус увидел, на глобусе крестик нарисован. И мне, кстати, кажется, это эко. Вот тут у него ловушки раскиданы. Они как раз звуки издают. Вот это вот, скрипящий пол. Во. На глобусе. О, теперь он, подожди. Так, убегаем. Куда теперь гирю поставить? Предлагаю пока шестеренку и вот это вот скинуть вот сюда вот, пока мы не найдем применение. О, а вот и шестеренки туда. Шестеренку я нашел. Привет. Вали отсюда. Так. Идем сюда. Все, все, убегаю. Так, а тут вон еще куклы какие-то появились. Вот их тоже куда-то нужно будет. Гирю куда-то поставить нужно будет, да? У нас вот такое было. А, да блин, ты прям тут. Я думал, ты там за дверью. Ты прям здесь. Кстати, вот в той комнате, мне кажется, еще не до конца там. Блин, ну все, 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 ухожу. О. Можно и отсюда спрятаться. Так, сейф. Сейф на часах. Понял? Это у нас от чего? От тачки. Это нам в гараж нужно будет. Ухожу, ухожу.
Короче, нам в гараж нужно. Гараж у нас где-то здесь. Вот сюда. Оп. Шестереночка. Здрасте. Опа. Вот и ручка. Блин. Забрал шестеренку. Ангелина. Ничего, ничего, я знаю короткий путь. Так. А, нет. Все, ухожу, ухожу. Так, ну одну шестеренку мы знаем где. И там, кстати, ручка рядом прям лежит. Ухожу, ухожу. Агрессивный такой. Здесь ты не будешь за мной гоняться? А вот так отсюда зайду. На корточку. Так, стереночка. А вот здесь ручка. Вот в прошлый раз. Ничего тут больше нельзя. Ничего. А, багажник открылся. Длинная голова. Отлично. Так, шестеренку нам сейчас сразу надо поставить. Больше ничего такого нету. Нет, так нет, я просто спросил. Прямо здесь. Вот сюда. А? Спалил. Я все, убегаю, убегаю. Так, свиная голова. И куда? Да, он, кстати, вот реагирует на эти, на стекла, на эти как он. Надо, короче, ходить и под ноги смотреть. Вот, вот, вот стекла разбиты. Вот здесь доска получается, которая. Блин, но все равно он спалил. Убегаю, убегаю. Так, а здесь у нас вот здесь вход вниз. О, кстати, вон, смотри, это какой медведь без головы. Наверное, медвежьи голова нужна будет. Так, а здесь какой-то ключ. Гаечный ключ нужен будет. Тихо, тихо. Я просто увидел, там медвежья голова. Медведь без головы стоит. Вот, наверное, и свинья где-то тут рядышком будет. Да все, иди отсюда. Так, ты что, свалишь, не?
похоже? Похоже. Чердак. Здесь ключ не нужен будет. Сюда голова рыбы. Кстати, голову рыбы я видел у охотника. Так, мы это подозреваем выше. Да блин, убегаю. Здесь мы все забрали. Во-во-во-во. Такой вот. Что это? Подожди, я что-то забрал. А у меня это не показывается в инвентаре. Я фотографию забрал. Вот это вот у нас что такое? Неактивно. Убегаю, убегаю, убегаю. Смотри. Да, видите, он реагирует на этот скрип. Так. Фотографию. Ну, я так не понял, куда фотографию. Здорово, здорово. Да все, все, все. Я ушел. Так. Камин, тут ничего нету. Здесь куда-то вниз. А, мы прям вот туда. Ясно. Давай обратно. Так, а чё он? Ну, запрыгнем. Если это как он закроет просто люк. А мне это выпрыгнуть нужно? Прыгает. Повозку обходим. Здесь у нас закрыто. Телевизор. Телевизор насчет антенны мы так и не увидели, да, в прошлый раз? Здесь ничего. Нельзя запрыгнуть. Так. Так, здесь у нас что? Здесь у нас сейф. Машину мы что-то взяли. А, здесь нам еще одна шестеренка нужна. Ее взять тоже непонятно. Куда нам гирю поставить? Тоже пока непонятно, да? Хорошо, спи. Так, здесь у нас антенна идет. Да все, 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 ухожу, ухожу. Короче, нужно второй этаж расти.
Давай, иди спать. Короче, нужно прям на корточках. Блин. Дверь скрипнула. Наверное, он сейчас проснется, да? Так, а нам как-то еще наверх нужно добраться. Мы как-то забирались наверх, да? Вот, правда, с другой стороны. Мы как-то забирались. Тихо, 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 не падай, не падай. Вот где-то отсюда. Обойдем, посмотрим. Так вот. Где-то здесь, да? А это у нас что за комната? Это вот как раз. Так, ну там ключ нужен. Ключ пока непонятно, где у нас. Поднимемся. Может, здесь что-то появилось. О, кстати. Так, тут тоже непонятно. А, мы, короче, где-то наверху вентиляция, да? Выше он не идет. Здесь тоже ничего вообще не активно. Посмотрим дальше, что там у нас. Так, можно здесь подняться, а можно еще вон туда. Пошли сначала в окно слазим. Посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь тоже пока непонятно. Но это... Кстати, чердак какой-то, да? Так, это можно залезть? Тогда мы сначала на крышу туда сходим. Там у нас антенна, да? Нужно еще одну шестеренку найти. Так. Антенна у нас здесь. Вот Тоби просто поднять. Так. Ладно, посмотрим. Здесь у нас что-то есть. Ну, этот подъем тоже не просто так. Может... Странно. Так, и... Может быть, мы сейчас найдем вход в подвал. Ой, вход на чердак. Здесь какое-нибудь окошко у нас будет. А, тихо, 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 не разбейся. Может, где-то здесь?
Здесь нельзя. Здесь тоже забито. Здесь у нас антенна идет. Тихо. Тихо. Здесь, я так понимаю, тоже нельзя. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас там. О, телек, кстати, показывает. А это что такое? Непонятно. Ну, походу, тоже потом будет активная ручка, да? Так, цветок. Здесь, кстати, телек даже не переключается. Какой-то цветок. Все, убегаю. Вышел, вышел. Так. Шестеренка. Где у нас может быть шестеренка? Вот тут нам гаечный ключ нужен. Гаечный ключ я не находил. Нет, ничего. Нет. Цветок. Цветок. Здесь тоже ключ нужен. Ну все, убегаю, убегаю. Так. Ну, просто логика тут не будет работать. По шестеренке. Так, вот тут еще ручка. Здесь у нас вот неактивно. Одна шестеренка у нас была. В гараже, вторая здесь, в глобусе. Так, ну с машины мы достали, вот это вот не реагирует. Так. Ну, там стоит. Иная башка неактивна, вот нужно найти еще. Убегаю, убегаю. На первом этаже. Кстати, а там же куклы стоят на первом этаже. Может, их как-то можно достать. Давайте посмотрим. Ломик возьму. И мы еще не нашли, куда можно поставить эту самую. Вот, вот эти вот куклы, я имею в виду. Не разбивается. Убегаю. Куда вот гирю можно поставить? Это я не видел, да? Таких мест. А, ну мы, кстати, может, ключик возьмем и... Вот эти куклы, кстати, нет, самое, не разбивают. Убегаю, убегаю.
Так, ну и что тогда делать? Что тогда делать? Да, он вот на стекла реагирует. Я по стеклам прогулялся, и он так начинает реагировать. Монтировка есть у нас. Такое нам не надо. Здесь сейф открыт. Здесь ничего нету. Нету. Так, телек там тоже непонятно, что показывал. А, вот, так, стоп. Вот этот цветочек, да, у нас телек показывал. Картина. И нет. Тут не активно. Вот это вот, передвинуть или как-то. Ничего не взаимодействует. Понятно. Так, а вот здесь вот зачем запрыгивать? Может быть, тут что-то тоже есть. Ну, не просто так тут наверх можно запрыгнуть. И ничего такого тут нету. Да он дальше не хочет. И гаечный ключ нам нужен. Так, ладно, предлагаю закончить тогда на эту данную серию. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарии. Ну и до следующей серии тогда. Всем спасибо, кто смотрел. Если не подписаны, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А на сегодня у меня все. Всем спасибо. Всем пока.